Книга «Открытым оком». Вопрос 671, второй том, тема «Святая Библия». Ветхий Завет читать нужно, но обязательно ли так же, как и Новый Завет? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Для нас в Ветхом Завете сегодня наиболее употребительная книга «Псалтырь». Думаю, что это самая читаемая книга Библии. Ее нужно читать на русском языке, не спеша на молитве. Историю ветхозаветную нужно знать, по крайней мере, хотя бы один раз прочесть. Но Новый Завет, а особенно Евангелие, читать ежедневно. Я читаю Священное Писание вот уже ровно 40 лет. И у меня все время такое чувство, как будто я читаю впервые что-то новое, но уже более понятное, чем ранее. Более действенное на сегодняшний день. Нужно находить аналогии, понимать таинственность изречений и притч, и пользоваться ими в жизни. Притчи Соломона, книга Экклезиаста, «Премудрости Иисуса Навина Сирахова», Иисуса сына Сирахова, это все ветхозаветные книги. Но как умудряет чтение этих книг? Они как будто сегодня утром написаны.